Вы никогда не задумывались, почему жители выбрасывают мусор в общих пакетах, не разделяя его? А эфемерное «так правильно, так надо, мы спасаем экологию» не дает результата. Хотя у нас есть заводы и предприятия по переработке вторсырья, есть площадки, оборудованные контейнерами для раздельного сбора мусора. Происходит это потому, что жители не видят смысла в раздельной утилизации, не видят конечного результата. Мой проект «Экоэволюция» – это новая форма управления бытовыми отходами, при которой отходы становятся источником доходов, принося пользу экологии, жителям и предпринимателям. Проект реализуется в селе Аксукен Сайрамского района Туркестанской области. Здесь мы установили 8 площадок с контейнерами по раздельному сбору мусора под макулатуру, пластик, стекло и металл. Каждая такая площадка закреплена за многоквартирным жилым домом. После того, как жители добросовестно утилизируют бытовые отходы согласно маркировке на этих контейнерах, им за это выплачиваются деньги на единый расчетный счет их жилого дома. Вы спросите, каким образом? Я вам расскажу. Предприятия, которые занимаются переработкой или покупкой вторсырья, по договору обслуживают данные площадки, напрямую покупая данные бытовые отходы и получая тем самым чистое рассортированное сырье. А они в этом заинтересованы, так как не нужно ехать на полигон, нанимать людей для сбора и сортировки мусора. Да и сырье здесь чище. Деньги, получаемые от реализации ТБО, поступают на единый расчетный счет многоквартирного жилого дома. Эти средства жители коллективно расходуют по своему усмотрению на озеленение, благоустройство, погашение коммунальных задолженностей и содержание своего многоквартирного жилого дома. Главная цель проекта – переход к раздельной утилизации бытовых отходов с получением выплат на нужды жителей, последующим озеленением и облагораживанием территории их проживания, улучшением экологической ситуации местных сообществ, сбережение природных ресурсов за счет увеличения переработки вторсырья, пополнение бюджета от средств, полученных с реализации вторсырья и вторичной переработки отходов. А теперь давайте посчитаем эффективность от этого проекта. Один житель за год выбрасывает около 300 кг мусора, годного к вторичной переработке. Средняя цена за 1 кг вторсырья – 30 тенге. Возьмем как пример село с населением в 30 тысяч человек. Посчитаем, 30 тысяч человек, 300 кг в год каждый, по 30 тенге, получается 270 миллионов тенге. 270 миллионов тенге, которые можно выбросить в мусор, или которые можно пустить на восстановление экологии, улучшение уровня жизни и реализацию социальных программ. Все эти финансовые средства мы можем ежегодно, ежемесячно и ежедневно получать из того, что лежит под ногами, попутно решая экологические проблемы.